Все-таки мост – это самое одно из главных. Без дорог, без облагораживания дорог, без открытия на этих дорогах кафе, гостиниц, всевозможных услуг, ничего у нас не получится. Поэтому инфраструктура – это самое главное. И мост – это, я думаю, будет один из таких мощных толчков в развитии нашей республики, в развитии нашего социально-экономического развития республики Саха-Якутия. Кроме того, что мы сейчас говорим много про законы, которые связаны с алкогольной политикой, я думаю, надо их пересматривать, я думаю, что на этом нельзя останавливаться. Очень много сегодня показала республика, что территория опережающего распития действительно, как бы ни говорили, но рабочие места дают. И дают возможность тем населенным пунктам, где эти территории опережающего развития зашли, они, естественно, дают небольшой, но толчок. Налоговую систему в любом случае бы предложил, да, поменять. Закон, который я предлагал с 10 утра до 22, в любом случае поставил. Мы сегодня говорим о том, что самая главная сейчас проблема – это коррупция. Мы сейчас самое главное говорим проблема на нашей территории республики, как бы не было, то кумовство, землячество и все остальное прочее. Это влияет на развитие спорта, образования, здравоохранения. А деньги на эти выделяются огромные. Подарок – главное побыть с детьми побольше. У меня их трое, поэтому очень малое внимание уделяю детям. Поэтому хотелось бы, чтобы именно вот этот ближайший год начался с того, чтобы я больше уделял внимания детям. Хотя бы 2-3 недели я должен с ними отдохнуть, побыть, пока у них есть каникулы. Заниматься спортом. Мы все сделаем, чтобы спорт был доступный, чтобы спорт был бесплатный. Заниматься своими детьми, потому что мы все меньше и меньше с нашими проблемами уделяем детям внимание. Ну и, конечно же, в семье, в комплексе. Это и родителями, и супругой, и внуками, и, конечно же, бабушками и дедушками. На них надо обращать внимание и стараться больше времени им уделять.